Здравствуйте, это Леверидж. И сегодня всех тех, кто не любит стратегии, просим удалиться. Потому что сегодня мы будем говорить про сверхигру Red Alert 3, прославленную своими суперспецэффектами, которые захватывают дух, а также суперофигенными тёлочками. Это офигенски! В общем, смотрим видео, расслабляемся и не переключаемся. Погнали! Первый раз, когда мне взбрело в бошку сделать на эту игру обзор, то я сразу начал откладывать и откладывать премьеру на многие-многие месяца. Потому что этому найдется легкое объяснение. Просто эту игру не передать словами. Она настолько боевая, настолько энергичная, что вообще аж захватывает дух по полной программе. В общем, сюжет здесь такой. Прошло 32 года после разгромного поражения СССР в битве под Москвой. И Североатлантический альянс не затронул территорию Союза, чтобы не провоцировать агрессию в рядах советских граждан, и установил жесточайшие ограничения на применение какого-либо вооружения. До опытных офицера и ученый доктор Зелинский проводит жизнь в секретный замысел, тогда еще полковника Черденко. Они отправляются в 1927 год в Брюссель, на какую-то там сверх-супер-съезд ученых. Они убивают Эйнштейна каким-то током и возвращаются обратно. Естественно, без Эйнштейна не изобрели ядерного оружия, и война принимает совсем какой-то булочный вид. У всех роботы, трансформеры, суперсамолеты-трансформеры, здания-трансформеры, все трансформеры. И в самом конце игры побеждает Альянс, ну то есть американцы. Вот почему мы так русские не нравимся американцам, что они постоянно нас побеждают? Вот. Но этого разработчикам и сценаристам было мало, и они сюда припихнули еще и китайцев, блин, с их долбанутыми роботами-дебилами, блин. Ну, конечно, китайская техника тут не такая. Вот посмотрите, например, их супероружие, которое разносит все и вся на своем пути. Оно называется Пси-деструктор. Конечно, мощное, но по сравнению с остальными оно тоже такая не очень мощная. Вот, например, слева вы видите протонный удар за американцев, а справа вакуумную бомбу за СССР. Ну, за нас, русских медведей. Да, они все по взрывной волне и всей хренотени похожи. Секретные разработки у каждой из стран тоже достойные для каждой страны. Вот, например, у нас у русских самое мощное — это сверхмощная какая-то там буря и падение МКС. Ну, падение станции, там, короче, МКС, что-то типа того, падает на землю и разносит, как ядерная бомба. У американцев это какая-то сверхтемпоральная бомба, которая тоже нахрен все разрывает на части. А у япошек там какая-то лиха каких-то самолетов, которые врезаются. Ну, короче, камикадзе. Я вот вам специально все спецэффекты показываю, чтобы вы видели всю хренотень происходящего. Физика тут тоже, в принципе, неплохая, но почему-то после взрывов солдат не относит ни в сторону, не в землю впинает, ни части не отрывает тело, а их просто уносит тупо вверх. А если артиллерия по солдату долбанет, то он вообще куда-то на высоту птичьего полета, птичье говно летит. Жрать, блин, даже слов нет. И особые хрени у всех тоже разные. Вот, например, американцы, у них авиация очень даже развитая, там бомбардировщики, хренидировщики, они сбрасывают определенное количество. А вот наш русский богатырь, дирижабль Киров, он сбрасывает бесконечно бомб, но он такой медленный, что, блин, не знаю, короче, он очень медленный. А вот у япошек авиация — это трансформер, там какая-то подводная лодка, и у них роботы трансформируются в самолеты. В общем, хрень китайская всегда останется хренью китайской. В общем, игрушка полна спецэффектов и разрыванием вашей жопы. Вот как, например, взрывается атомная АЭС. Того гляди, жопа взорвется атомным поносом. И в благодарность за все кайфы, которые принесла мне игра, я хочу новой части и пожелать разработчикам побыстрее сделать игру. А точнее... Поживей, халдей, блять! В общем, это и все, что я хотел вам сказать. Ну и вам, и разработчикам.
Ставлю игре 4,99999, ой, триллионах, точнее, из 5. Она жжет нереально, так что проходите ее полностью, сжигайте на стулах свои жопы и играй в нее. И наслаждайтесь спецэффектами. С вами был Леверидж, удачи, любви, терпения, все, пока.